News Time. Друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите News Time. И прямо сейчас о самых ярких событиях шоу-бизнеса. News Time. Децл выпустит новый альбом в сентябре. Релиз «Децилион. Часть 3» станет продолжением предыдущих творений рэпера. News Time. Мадонна выпустит новую пластинку в год своего 60-летия. Свежий альбом вдохновлен Лиссабоном, где певица проживает в данный момент. News Time. Друзья, летний сезон выдался насыщенным не только на музыкальные релизы, но и на бурные романы звезд. Подробнее в нашем следующем сюжете. News Time. Начнем с первой радостной новости. Экс-участник группы Jonas Brothers Ник Джонас помолвлен. Избранницей 25-летнего певца стала 36-летняя актриса и певица Приянка Чопра. Папарацци уже не раз ловили возлюбленных вместе, а под конец лета, по сообщениям прессы, Ник Джонас сделал своей девушке предложение. Приянка Чопра, кстати, уже давно была не прочь лишиться незамужнего статуса. Мне нравятся мысли о том, чтобы выйти замуж. Однажды я хотела бы это сделать. В шоу-бизнесе тем временем образовалась еще одна пара, которую не смущает разница в возрасте. Гитарист Tokyo Hotel Том Каулиц встречается с Хайди Клум. 45-летнюю супермодель не останавливает 17-летняя разница в возрасте. Да и на свои годы Хайди Клум не выглядит. Есть много женщин, которым 40, 50, 60 или 70. И что, у нас истек срок годности? Мы что, больше не можем быть сексуальными? И напоследок радостное событие в жизни Майкла Бубле. Канадский певец стал папой в третий раз. Путь к счастью, впрочем, был тернистым. Полтора года назад у одного из сыновей певца обнаружили тяжелое заболевание, которое, к счастью, удалось вылечить. Жизнь порой дает тяжелые испытания, но теперь я вижу будущее и наслаждаюсь настоящим. Ну а этим летом у певца и его жены, актрисы Лусианы Лапилато, новое пополнение. Третьим ребенком в семье стала девочка, которую назвали Вида Эмбер Бетти. Становиться родителями – это просто потрясающе. Как нам не повторить этот момент снова и снова? News Time. Друзья, на этом все. Не пропустите новости шоу-бизнеса в следующем выпуске News Time. С вами был Андрей Галтеев. Пока! News Time.